уважаешь Валеру? Честно, нет, не уважаю. Вот я бы еще как-то его бы уважала, закрыла бы глаза на многое, но я, когда была там, я вообще не понимала, что происходит, а сейчас я посмотрела нарезку, где я бью Мариану. И самое стрёмное, он там, да, я так смеялась, там есть такой момент, но если вы зайдете посмотреть, как он типа бежит спасать свою воблу и нападает на меня, прикиньте, на меня, просто защищая какую-то вообще шебешку, для меня это шок, для меня это реально шок, напасть на мать своего ребенка за то, что я бью там женщину какую-то, вообще проститутку, можно сказать. Как так? Вообще, как у него это в голове укладывается? Вообще, как ему это вообще пришло? Я, честно говоря, не понимаю. Реально не понимаю. И вот эту ситуацию, после этой ситуации, для меня он вообще не мужчина.